Три, два, один, погнали! Итак, ребята, сегодня начинается парад победы. Дань, ты можешь не снимать? Буду снимать. Итак, ребята, сегодня у нас парад победы. Вот Дань, уже, вот уже время 17:00. Поехали. Прямой эфир. Куранты звучат. О, военные. Пап, готов посмотреть? Да, уже парад победы начинается. В Москве? Да. Все, пошла жара. Там солнце, а им, наверное, так жарко в этих костюмах. Раз, два, три, пошла. Парад! Государственный флаг. Ой, я это все учил. Я это учил. Не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Это очень важно. Если ты не подписался и не поставил лайк, он быстро разрушится с нашего канала. Да, пока что начинается парад победы. Ю-ху! Охо, парад победы! Семьдесят пятая победа! Уху! Похоже, как в 45-м году, 24 июня. Сейчас первая часть, парад победы. Сержант Антон Михайлов на лодке. Я спросила, что Сережа делает. Я сказала, ничего. Ты же сам сказал, ничего. Ну, она спрашивала, он что? Тихо всем. Нет, не спрашивала. В 2020 году 75-я победа. Придумали тоже, да, парад победы, я знаю, когда. Уху! Парад победы! В 2020 году 75-я победа. Сестра, как тебе 75-я победа, парад победы? Очень скучно. Почему? Еще интересно. Вся Красная площадь. Еще сегодня в городе Владивосток парад. Я знаю. Даже в Москве. В другую сторону пошли. Вау! Пашка не закружилась, конечно. Офигеть! Вот теперь они стоят.